Всем привет! Меня зовут Татьяна Шубцова, и я живу в деревне. Всем привет! Сейчас, значит, время 12 час уже, и я играю Зуму. Вот дошла до 12 уровня, и никак не могу его пройти. Вот нет у меня вот такой скорости, чтобы их быстренько убивать, эти шарики. Вот сейчас. В общем, такая увлекательная игра. Мне она нравится. Я говорю, я вот дошла до 12 уровня. И никак не могу пройти этот 19 уровень. Вот так убиваю шарики. И должна их все убить. Вот. Они так быстро двигаются в конце уже. Сначала медленно, а потом надо очень-очень быстро их убивать. И я никак не могу их убить. Вот. Сейчас они все уйдут. Вот такая вот увлекательная игра. Вот. Я, значит, не могу пройти 12 уровень. Вот. Я, значит, посеяла семена. Семена перца. Перец, значит, вот такой Винни-Пух. Вот перец сладкий Винни-Пух. И посеяла. Это перец называется «Здоровье». Я вот его оборвала. Да, это неправильно. Он такой крупный, мясистый. В прошлом году я их сеяла. И тот, и другой. В общем, два перца я вот этих сеяла. Потом я посеяла, значит, помидорки. Немножко. Еще рано помидоры сеять. Я посеяла вот в эти маленькие коробочки помидорки. Я, значит, в одну коробочку 10 штук посеяла альгамбра. Эти, значит, я сама делала семена. Вот. А эти в ту коробочку, вот в эту маленькую коробочку, в другую, я посеяла вот такие семена. Эти семена мне прислали. Это черри должны быть. Эти семена мне прислали, значит, я на Алиэкспресс заказывала, мне вот их прислали. Я их в прошлом году не сеяла, потому что не успела. Семена пришли поздно. Вот, ну, в общем, я посеяла на пробу. В общем, семена в этом году помидоры я сидела уже, значит, выбирала вчера. Вот, в общем, семена я выписываю на сайте 7 семян, мне нравится, приходит быстро, и семена мне нравятся. Альгамбра, это английская, значит, селекция. Вот, ну, в общем, я в прошлом году все посеяла, там, ну, раздала вроде как оставшиеся, посадила у себя. Вот, ну, в общем, вот эти у меня остались. Эти свои семена, вот попробую, 10, посеяла 10 семян, посмотрю. Как здесь у меня, значит, перец в этой, здесь Винни-Пух у меня, здесь у меня здоровье. Посеяла я все, потому что в прошлом году сеяла в феврале я, в этом году, в конце февраля, в этом году решила пораньше, потому что он у меня не поспевает. Красный перец мы покупаем, чтобы делать огонек там или зверобой, мы покупаем, значит, на рынке. А мне хочется, в общем, красный вот такой перчик спелый, вот такой красненький перчик спелый. Мне хочется все-таки собрать со своих грядок. Вот. Сегодня, значит, на ужин я приготовила картошку с крылышками. Вот. И, в общем, это нам на ужин мы покушали. И завтра кто работает на обед. Здесь, значит, в старом казанчике у меня, значит, я варю всегда с собаком своим, который у меня находится на улице. Микки у нас такой не кушает. Микки кушает исключительно с нашего стола и все время мясное. А здесь такое, такой здесь жир и, в общем, крупы. Мы меняем крупы, каждый раз варим им разные. И рожки варим, и, значит, пшенку варим. Сегодня я сварила перловку и какая-то круба такая, ячневая, что ли. Ячневая крупа, по-моему, мелкая. Вот, и, в общем, и здесь, значит, я чистила картошку на ужин. Тут у меня кожурки от помидор. Это я сейчас отнесу козам. Это такие помойки от овощей. Тут и хлебушек. В общем, ну, сюда я собираю ведерко. И, в общем, вечерком сейчас отнесу уже козам. Пусть они кушают. На улице ночь. Вот, в окно видно. Занавески в этом году я не стала вешать.
как-то не хочется. Вот. И, в общем, и у нас еще стоит наша елочка. Елочку я всегда убираю после 31 января. Да, и сегодня у меня день рождения. Так что с днем рождения меня. В общем, принимаю от всех поздравления. Ну, это, конечно, шутка. Вот. Ну ладно, всем пока-пока.